Так, значит, вот это Соединенное Королевство. Мы здесь, а прибыть должны вот сюда. На первый взгляд, не такое уж и трудное дело. Разобравшись, мы сели по машинам, вступили в эпический 18-километровый поход. Погляди на этот дым. Очень экологично. Ему вот Гринпис позвонит. Потрясно. Ароматы природы, я на природе, я и есть природа. Машина не быстрая, но так даже удобнее наслаждаться Божьим творением, частью которого являюсь и я. Джеймс! Десять секунд в пути, и Джеймс... Кажется, я теряю одну из... Это, по-моему, называется передняя стойка. Теперь совсем оторвалась. О, боже! Ему придется признать поражение, ведь так? От машины почти ничего не осталось. О, господи, Джеймс, я полагаю, тебя можно вычеркивать. Да это ерунда. Вы думаете, а машина Джеймса разваливается на части. Но я стою посреди склада запчастей. Они везде. И с ними можно восстановить твою машину? Они прямо под ногами. И она будет как новенькая? Ну, примерно. Прости, но мы уезжаем и бросаем тебя здесь. Вы не можете меня бросить, ведь мы еще не стартовали, мы еще на поле. А, да. Тогда мы едем отсюда прямиком в паб. А это отличная идея. Пока ты... ковыряешься в грязи. Я потерял машину. А, нет, она здесь. Избавившись от мистера землеройки, мы с Ричардом решили заценить природно-спасательный потенциал наших революционных эко-машин. Мой кузов может вас восхищать или пугать до чертиков. Но факты таковы, что при производстве стальных кузовов в атмосферу ежегодно выбрасывается 120 миллионов тонн углекислого газа. 120 миллионов гребаных тонн. Производители обязательно разработают экологичные двигатели. Обязательно. А пока могу заверить вас, что выделенный двигателем моей машины CO2 поглощается ее же кузовом. Растения вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород. Вот чем сейчас занят мой кузов. Джемперы, воскресные ланчи, запчасти. Для создания кузова для этой машины не нужны никакие литейные заводы. А нужно, чтобы животные занимались друг с другом любовью. Вот что такое в сущности эта машина. Секс-машина.